Так, всем привет, дорогие друзья. И мы в гостях у блогера-видеоблогера. Да. За 5 дней мы застелили одну комнату и сняли 1000 видео. По сбору лайков. Решил снять видео о том, как мы постелили офигенски плитку в санузле. Вот здесь у нас трап. Куда будет стекать вода? Вот у нас уровень. Там с уклончиком, как положено. Вот. Со всех 4 сторон. Уж вода будет течь. И там, соответственно, тоже. Уклон небольшой давали, потому что полы тут были залиты через жопу. Без всяких маяков. Разница была на 0,5 сантиметра. Вот. Без всяких особых инструментов подпиливали болгаркой. Клей какой-то странный, белый. Первый раз такой вижу. Как штукатурка, но... Достаточно. Застыл хорошо, держит хорошо. Сейчас будем это все дело затирать. Уже 2 дня прошло. Будем отмывать, затирать. И после этого перейдем в прихожую. Сейчас тут приберемся, загрунтуем. Вот. И будем продолжать стелить плитку. Вот так вот пойдет оттуда рисунок. Но так и уже... Уровень пола здесь будет другой. Что из-за трапа пришлось вот так вот немножко все задирать. Под конец. Вот. А здесь уже сделаем какой-нибудь вот такой вот переходик. Небольшой. Потому что бессмысленно что-то подливать тут, поднимать уровень. Делается все для себя, для жизни. Что, погнали дальше? Самый универсальный метод уборки пола. Слабо. Подготовительная работа. Комментарно. Всякого ненужного. Сейчас вот это все срежем лишнее. Вот это все срежется. Ну так, загрунтовали, высоты стрельнули, полы кривые, ровности нет. Руки бы мастеру этому оторвать, который тут полы заливал. А, мастер? Я занят, я драю очки. Наказан. Бля, ну короче, чем-то это... Так, что там оттирается? Так, надо чем-то это вот такие хуёвины. Я наложил, а Гриша тут мучается. Их как-то теперь упраздняй. Что это за тирочки? Я не знаю. Давай, чё. Подготавливай. Чем же потельком возьми. Пройдись. Так, вынес эту хрень. Так. А вот это наша поляна. Есть сегодня мы будем... лапшу быстрого приготовления и пюре быстрого приготовления. Что любим? Что-нибудь побыстрее. Иди это, мешай себе сам, как надо. Все как положено. Стройка. Чайник, доширак, кофеёк, прянички есть, чипсики, все как положено на стройке. Вот, пузырь чего-то там ядреного. Ядреного.
Ну все, давай кушать, Гошин. Давай кушать, говорим. Так, клей у нас бетонит Б. Первый замес. У нас тут кое-какая раскладочка для начала. Подрезочка. Далее линию. Чтобы одна поляна продолжалась. Что тут, как у тебя дела? Да, сейчас девушку выходу двигаюсь. Блестит. Так, короче, кинул я тут 8 плиток на пол. Походу, руки мне тоже оторвать надо. Как специалисты. Давай неси, что там у тебя. Жижа. Ты лягушь, что ли? Попуще, ну, ты что? Какая-то паста должна быть. Хорошая такая. Это что-то у тебя... Вода какая-то. Так. А вот здесь будет ставиться порожек. Но это уже другая история. Ой. Вот кончается второе ведро. Клеем. Клеем. Вот все, что я за сегодня сделал. Вот эти вот три ряда. Сейчас посмотрим, чем там Гошан занимается. Типа я тоже дела. Что это? Это какой-то разврат наркотики. Ну что, оттирается? Да, оттирается, конечно. Ну, деньги тут еще не все высохло. Давай. Делай дело. Затирочка шоу. Как там органы гентины? Она. Я так же сейчас делаю. Понятно. 9 раз. Вот подошел к концу рабочий день. Инструмент вычищен, помыт. Культура работы. Культура производства. Вот все, что удалось сделать за эти 5 или 6 часов. Рабочих. О ровности этой плитки будут ходить легенды. Особенно, когда будут спотыкаться где-нибудь между стыками. Но как Гошан сказал, говорит, уровень убери, вообще не смотри на него. Так как-нибудь сделай там. Чтоб красиво было. Приемная комиссия. Ну что там? Нормально, по ГОСТу. По ГОСТу зазор какой должен быть? Плюс-минус 2 миллиметра. На сколько метров? На метров. Вот такие вот пироги с котятами. Гошан там что-то затирал. Ты да затирал? Да. Короче, там все тоже затер. Не пойду туда. Правильно. Не пройти. Ибо не надо ходить туда. Все. Всем пока. Учимся работать руками.